Девушка, которая зарезала парня, может получить серьезный срок. В суде состоялись прения по громкому уголовному делу. Прокурор потребовал 9 лет колонии общего режима для подсудимой. Напомним, 25-летняя девушка не смогла пережить новость о разрыве с возлюбленным и зарезала его. Сначала она пришла в заведение на улице Бейвиля, где парень находился с друзьями, и закатила скандал. А потом разборки продолжились в машине. Какой-то период жили вместе, а потом просто разошлись по своим домам, потом просто уже встречались. Потом, получается, они с ней в ссоре были, не общались сколько-то времени. Вот она туда приехала к нему. А вышли поговорить, вот. Разговаривали, что у них там произошло. Видимо, может, ну, холод осталось, сели в машину. Вот, видимо, он хотел с ней расстаться. И, не знаю, откуда взялся нож. По версии следствия, она нанесла 24-летнему парню несколько ударов ножом. Подозреваемую задержали. Она признала вину. В ближайшее время суд вынесет решение. Тем временем родственники погибшего уже подали иск о взыскании с обвиняемой морального вреда на 1,5 миллиона рублей.